Обновленный родильный дом открылся сегодня в городском поселке Лельшицы. Правда, еще до переразания червоной стужки тут приняли двух новонародженных девчонок. Олег Сентеров наведал установу. А по необходимости проведения ремонта родильного отделения у Лельской центральной районной больницы сказали давно. Его открыли в 1992-м, и с того часа тут ни разу не проводились на вот косметичные работы. Справа дошла до того, что родом своим решением вымучено был закрыть местовый центр гигиены и эпидемиологии. Амаль 100 тысяч рублей выдаткали из областного бюджета. Правда, першопочатковый термин завершения ремонта пришлось откласти. Нормативы, которые действовали для таких установ 16 годов тому, не отповедают сучасным, а тому будовники сутокнулись шергом проблем. Возникали в процессе ремонта непредвиденные вопросы именно для строителей. Поэтому приходилось несколько раз переносить сроки по вводу нашего объекта. У период закрытия родильного дома будущих матей приходилось везти в Мазыр. Это за 75 километров от Лечиц и 150 от самой отдаленной вёски района. У некоторых выпадках приходилось ехать и у Гомель. Правда, в неоткладных ситуациях роды принимались у самим райцентре, а не только как выключение. Фельдшер оценивал состояние женщины и транспортировал. Если состояние было более-менее женщины стабильно, то везли в Мазыр. Если были какие-то угрозы либо жизни женщины, либо ребенка, то пациентка доставлялась в нашу больницу, здесь осматривал акушер-гинеколог, и либо роды принимались на месте на базе хирургического отделения, либо транспортировали в сопровождении доктора в Гомельскую областную больницу. У администрации Лельской ЦРБ кажут, что на час ремонту не звольнили ни одного специалиста, медиков размерковали по инших отделениях. Когда ремонт завершился, они одразу поступили до выполнения своих обовязков. Первые дети, которые народились в Лельском роддоме после проведенного тут ремонту, и обидели девчонки Валерия, она обочала свет 23 снежня, и Александра, на данный момент ее не маящие и суток. Молодые мати кажут, что самое тяжкое при народжении детей в инших городах – немогчимость штодённого наведывания их родными. До того ж, дома, как известно, и стены помогают. Для Ирины Журович это не просто слово. Двое ее попередних детей заявились на свет так само у Лельческом роддоме. И она вельми сподяется, что Новый год с устроения дома. Теперь у ее семьи две дочки и хлопчик. Хотела рожать здесь, и мне получилось, и родила, и очень рада, что здесь, дома, на месте. Олег Сентеров, Евгений Матейнко, телерадиокомпания «Гомель» з Лечиц.